Медики центра СПИД докладывают о ситуации по ВИЧ-инфекции в городе. Больше половины из 152 новых случаев заболевания выявлено у людей молодого и среднего возрастов. Растет и число зараженных женщин. В 2014 году было зарегистрировано 2 случая передачи инфекции от матери к ребенку. В 2015 таких случаев не было. Темиртау относится к регионам с высоким уровнем распространения ВИЧ, говорят медики. Поэтому вопросы контроля заболеваемости и противодействия распространения относятся к первостепенным. И у нас в течение 2015 года было зарегистрировано 42 беременности у ВИЧ-позитивных женщин. Из них родами закончились 21. Прерывание беременности было проведено в 16 случаях. Ну, родилось вообще 21 ребенок, 7 было полностью 100% проведена профилактика. В целом по стране врачи отмечают рост выявления заболевания ВИЧ-инфекцией. За 2015 год в Казахстане было выявлено 2327 новых случаев заражения, что больше по сравнению с прошлым годом, но 121 случай.